Арсенал собирается подписать Александра Зинчика на постоянной основе из Манчестер Сити. Перед началом подпишитесь на Телеграм, потому что именно там мы публикуем свежие трансферы самыми первыми. Полное соглашение достигнуто между клубами, и оно действует с прошлой пятницы. Гонорар в размере 30 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы. Зинченко согласовал условия личного контракта, сделка действует до июня 2026 года. Манчестер Сити теперь готов подать официальную заявку Марко Кукурелли, который всегда был главной целью Гвардиолы в качестве нового левозащитника. Зинченко всегда стремился воссоединиться с Артетой, который является большим поклонником украинского игрока. И вот, наконец, это свершилось. Официально о сделке будет объявлено чуть позже. Как вы оцените трансфер Зинченко в Арсенал? Заиграет или нет? Пишите в комментариях.